мама с папой решили отдать меня в музыкальную школу. На аккордеон я не попал, я маленький был, блин, а он большой. Как бы. И говорят, вон там конкуренции меньше, идите туда. И оказался я на балалайке. Поиграл, понравилось мне, действительно конкуренция небольшая. Потом поступил сюда в Москву в училище, туда-сюда мотало меня, и сейчас вот в Москве живу. Музыкальное училище закончил, институт не получилось у меня. Образовался в Смоленске оркестр, и там гениальный дядька был, дирижер. Вот я у него как бы вот, как бы вышку получал. Некоторых балалайках-то играть трудно, потому что они сами ничего не хотят. Это же как девушка, как бы, хочет она или нет, договориться еще надо, ублажить ее как-то, она тогда показывает свой характер. Вот, я на старичках вот люблю ездить, то есть у меня вот этот инструмент, это 928 года, а дома заветная есть 902 года рождения, вообще старик, ну, с ним трудно. Капризный возраст, такой скряга, ну хороший, очень красивый.
Балалайка – это просто инструмент, музыкальный инструмент, такой же, как и все другие инструменты. Но есть на ней клеймо как бы такое, что он неполноценный. Но это, наверное, русская черта такая, что все мы там неполноценные, вот европейцы, вот американцы. Это. И, видимо, это с инструментами тоже история завязана. А зря. Инструмент красивый. Такой вот в своем роде один в мире по конструкции, такой треугольный, такой вот, как пирамиды Хеопса, можно мистики нагнать туда. Держишь его в правильном месте, как бы. Вот он так вот, я же его чувствую еще, так вот, он меня там обрабатывает активные точки биологически. Все балалайки очень долго живут. Выглядят хорошо. Какой-либо инструмент вообще заслуживает какой-то актуализации. Актуализации заслуживают идеи какие-то, я так понимаю. Вот дело, видимо, за идеями, дело за людьми, которые могут на этом инструменте нечто такое высказать, что ли. Я не считаю, что я что-то делаю, что-то такое особенное. Ну, как бы я показываю просто, что инструмент, ну, достоин внимания.